Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Елена, это канал, посвященный вязанию, но иногда здесь бывают лирические отступления, и вот сегодня как раз будет именно такое. Мне очень бы хотелось вам рассказать о встречах, о знакомствах, о приятном общении, о тех людях, которые подходили ко мне на стенд. Это и давние мои знакомые, и подписчики, и зрители новые, а также были представители различных компаний, о которых я прежде вообще никогда не слышала. Люди приходили знакомиться, рассказывали о себе, о своей деятельности. И, конечно же, мне было сложно определиться, о чем сегодня вам рассказывать в этом видео. Вы знаете, все-таки победила дружба. Да, вот такой я энтузиаст, рекламный энтузиаст, так сказать. Я хочу рассказать вам о людях. Сегодня давайте будем говорить о гостях стенда. Вязала на двух пяточках. Все вы такие разные, все вы такие интересные, все вы такие содержательные, все очень мастеровитые, рукодельные. Многие девочки были в изделиях, связанных своими руками, и мне было любопытно вас рассмотреть, что я, собственно говоря, и делала очень нескромно. Да, это было потрясающе. Особенно приятно, что многие девчонки признались, что специально приехали на выставку, чтобы познакомиться. Вот. И это я вязала сразу, начиная сверху, да? Сверху с двойной резинки. Ну, не предъявлять российский паспорт. Вот. Двойная резинка или планочка? Это двойная резинка. Ну, называется двойная резинка, но по сути это планка двойная. Просто подогнули и пошли. Нет, сразу на двух, в двусторонние. Вот я прошу прощения, что я это сделаю, но... Ну ладно, раздевайтесь, не раздевайтесь. Ага, вижу планку. Трогай. Отдельно вырезанная планка. Нет, сразу. Оно же вот отсюда и пошло сюда. А можно еще раз на камеру, что это за пряжа, чтобы вот, ну, это Газал Бэби Катун желтая, а это ниточка какая-то синтетическая Адели, да, что-то из иголочки, какая-то Джейн, по-моему. Я поняла. Джейн. Ну, смотрится Барго. Очень эффектно. Было снизу, а сверху такой красивый. Красивый. Мне нужно было легкую шапочку. И мне продавец навскидку говорит, да вот два моточка там, такого цвета, какой возьмете? А я говорю, а вы знаете, они оба нравятся. Дайте мне тот и другой. И я приехала за один вечер. Слушайте, вот это вот. Здорово, вы молодец. У вас так интересно, у вас такой подгибчик здесь, да, вот. Смотрится так, ой, как здорово. А что здесь в составе? Хлопок есть, да? Чистый хлопок. Ну, чистый, понятно, хлопок. Да, прям... Мне нужна была шапочка вот на такое время. Понятно. Не продувается? Она не продувается, она очень комфортная, очень тепленькая. Вот Лена подпишется. Я хочу сказать, вот это мне очень нравится. Это тоже чистый хлопок ленточный. Можно я вас пощупаю? Пожалуйста. Ага, вот это интересно. Вот он кажется такой жесткий, но очень комфортный. Он такой комфортный. Не натирает тело. Да. А вот отделку сделала обыкновенная кружевница кировской фабрики тоненькая. Девочки, это Лариса. Помните, Лариса? Она пришла соблазнять меня своим новым творением. Смотрите, как здорово. Как называется этот узор? Миссони. Миссони, только такой косой, да? Это все миссони. Миссони, да. Это все миссони. Вот какая это... умница. Человек умеет работать с цветами. Молодец. Ну, художник. Все, художник. Ты умничка. А это красиво. Прям не стесняюсь. Прям у тебя все перфектно. Ой, перфектно, да. Да. Я беру. Только так. Не, ну смотрите, правда, очень классно и аккуратненько сделала обработку. Смотрите, планочка у нее с подгибом. Петлевочка. Молодец. Да? Вообще с лица кетлевала. Почему с лица? Сзади же. Нет, с лица. А, с лица. Просто здесь а смотрится. А вот это сзади кетлевала. Вот здесь смотрится, как кетлевка, а на самом деле это подвязка. А это сзади кетлевала. Здесь все ладится. Да, Мона. Я очень рада тебя видеть. Очень. Я рада, думаю, ну наконец-то! Наконец-то выставка! Так, друзья мои, прошу вас, пристегните ремни. Если ремня нет под рукой, пристегните себя к батарее, еще к чему-нибудь. Мы вместе с вами сейчас летим в космос. Иначе это не назовешь. То, что вы сейчас увидите, это просто, ну, это просто фантастика. Изнанка ровная была, чтобы одна нитка с другой были одного натяжения. Чтобы это не на короткий участок, не можно еще как-то посетить. Пытайтесь, детский писатель, малышка, из
Ну это просто слов нет. Просто нет слов. И подвязывали отдельно планочку, да? Да, Потом чуть подшивал. Марина, можно вас еще раз попросить, для особо одаренных, таких как я, еще раз, значит, какая это модель, как называется, чтобы запись была? Это Rowan, Martin Story. Дизайнер называется жакет птицы. Отлично. Просто великолепный мастер. Это просто осмотрится как, боже. Ну, конечно, девчонки вам подобрали роскошную подборку цветовую. Просто молодцы. А просто флеш, найти книгу Рози Тюдоров. Она уже в журналах есть с картинками. Но это жаккарды. Да-да, я поняла, но это очень красиво. Я ее вязала, я была 12 килограмм плюс еще. Я сейчас худею. Немножко махера, да? Махера, в общем, свежая, на 20 с лишним тысяч. О, да. То есть вы здесь сами миксовали, да? Да, мы подбирали, мне приходилось распутывать. Сейчас я найду, где страдания наши были. Это девочка моя вязальная. Мы в прошлый год с ней ходили, а вот как раз сюда я. И рукава тоже. Вот я вещи вязала. Кто-то блокировал. Пряжу... Прав, заявлю, нет, пряжу купить невозможно. По-моему, нет привоза в Россию вообще. Но она вяжет вот эту вещь с протяжкой. Изнанка, вот честное слово, хоть вот носи на изнанку. Показывай всем, вот как она сделана. Что-то изумительно. В том смысле, что это не стянуто, и они не вытянутые петли. Потому что когда начинают от руками туда-сюда вертеть, и у вас ритм вот этих перекручиваний соблюден. Да, я представляю, как это тяжело. Это очень тяжело. Я пыталась с этим вот штукой, с этой напальчечником, коперством. Бесполезно. Не для особого ума, да. Да, у меня тоже. Крестиком я не умею. Это у меня сынок. Всю-всю-всю информацию по этой модели я оставлю внизу под видео в описании в инфобоксе. Все ссылки, которые мне прислала Марина, я надеюсь, что она не будет возражать, если я поделюсь этой сокровенной информацией со зрителями. Думаю, что это будет многим интересно и, главное, полезно. Марина, огромное вам спасибо за то, что поделились этой информацией, за то, что рассказали об этой модели и за то, что подарили такую колоссальную, невероятную красоту. Потрясающее удовольствие от того, что я соприкоснулась с вашей работой. Да? Похоже, но немножко другая. Крутка немножко другая. Тоже руничная крутка. Там типа ровницы, да. Да, но мы вот пробуем и модели, которые из Малабриги вяжут, из нее связать сейчас. Сейчас пока вот я вам только две модели привез. Они у нас в магазине просто, остальные там четыре модели. Это одна шапка. Ну, это важный критерий. Да, да, конечно, что для понимания, да, расхода пряжи. Да. Жалко, конечно, что на отворот не хватает. Но... А вот это можно тоже пошить? Да, вот да, вот такой вот отворот. Но они отличаются по тактильным ощущениям. Здесь ну, такой... краска всегда влияет. Краска влияет. Краска влияет. Поэтому... То есть один моток, вот, пожалуйста, готовая шапочка. Шапочка бини, ну или скромный какой-то вот узор. Да, или мы сейчас там еще нашли такой диагональный узор, тоже вяжем. Отлично. Бобины маки. То есть вы прямо из Екатеринбурга сюда специально на выставку. Да. Молодцы, правильно сделали? Посмотреть надо, что продают, что конкуренты делают. Абсолютно правильное решение. Абсолютно. Сейчас покажу наши видео. Да, это любопытно, согласна. Не 100% аналог Малабриги, но очень-очень близко по идее. По задумке очень-очень близко. Кстати, теплая. Вот оттенки есть и весенние, и холодные, и теплые. 6 отлично, оттенков. Хорошо, хорошо, здорово. Посмотрите, если заинтересует, пишите. Всегда очень рады хорошо, сотрудничеству. Да, друзья мои, это была потрясающая выставка, это был потрясающий опыт. Всем-всем-всем, кто пришел познакомиться или просто повидаться, пообщаться с кем мы давно уже знакомы, я всем вам очень-очень признательна.
Прощаюсь ненадолго. В следующем видео все покажу вам о том, что уже получилось связать. Ну и думаю, что у нас с вами еще будет много тем для общения, поэтому не прощаюсь. Всего вам доброго, успехов, счастливо. На горе необходимо отрицать участников.